Твою мать, Зимон так храпит, что жесть. Сколько времени-то хоть? Эй, Храпыгин, просыпайся, день уже! Нези, а? Ты че меня будешь? Что? Потому что день, нам нужно выдвигаться. Пошли. Куда выдвигаться? Куда? Исследовать. Ну тут тепло. Мы не можем тут все время сидеть, понимаешь? Давай еще 5 минут. Ну ладно, все, пошли. Куда мы идем сегодня? Во-первых, тебе, во-первых, нужно попить, а во-вторых, жратвы у меня нет, сам поешь. Позавтракай. И мне тоже дай, пожалуйста. А сейчас я, если у меня есть. Так, смотри, у меня, собственно, есть вот хлеба немного. Давай. Ой, плохо я поспал, Нейзи, плохо поспал. Ты целый день спал, ты переспал, я бы сказал. Я устал спать. Ну вот пьёт на меня постоянно, блин. Все, уймись. Собственно, сейчас смотри, пошли. Ой, башка чё? Болит, жесть. Знаешь, как у меня башка болит? Мне ты полдня снился, ночью. Смотри. Я думаю, нам надо отправиться в эту деревню, посмотреть, что там. Мы там давно не были. Кстати говоря, да, может что-то там появилось. Блин, все, пошли, я обиделся. Надо мне поспать. Ладно, потом поспим. Так, надо идти в деревню, как ты сказал. Смотри на время, ё-моё. Что? Я вообще, глаза слипаются, у меня ничего не вижу. На, забери свои часы. Разбудил меня, блин. Все, пошли. Пошли. Открывай дверь. Так. Сейчас. И... Мне кажется, тут никого нет. Можно двигаться дальше. Помнишь, мы читали про тех существ? Да, очень жуткая история. Не могу вспомнить, снились ли они мне сегодня ночью, но вроде нет, но что-то такое страшное вроде так, было. В какой стороне деревня, ты не помнишь? Так, слушай, деревня, мне кажется, вот в той вот стороне. Ты палку-то убери, что ты. Ой-ой-ой. Так, вот так вот, погнали. Бежим быстренько, блин, надо найти вообще одежду полную. Погоди, вот, да-да-да, вот деревня. Так, пошли, да, сбежим в один из домов попить надо. Так, слушай, Нейс, я не уверен, что там все хорошо, поэтому... Да, давай, еще. Я пойду с оружием. Давай, доставай свою пушку, погнали. Так, ну, заходим. Давай. Так. Все чисто. Погоди. Жопа, жопа нет. Я хочу чуть-чуть попить. Так, в сундуках пусто, в всяких ящиках ничего нету. Телек до сих пор не работает, Нейс. Да. К сожалению. Тут, видимо, до сих пор никого не было. Понятно. Слушай, пошли в тот дом проверим. Пойдем, надо бы согреться немного. Это я уже замерз, несмотря на то, смотри, что у нас пол. Помнишь? А? Это? Да. Чёрт. Мне вспоминать уже жутко. Ну что, теперь у нас есть пушки, я думаю, ты мы сможем записку читал, да, сделать. Точно, я помню. Да, все, мы в этом доме уже были. Смотри. Да? Так, Нейзи, тут в ящиках вроде ничего нету. А. Так. А. Так, о, Нейзи. Чё? А смотри, что написано в записке. Что это такое? Да ладно, тут же другое было написано. Тут другой текст был, и она по-другому была повернута. Или нет, или так и было, я не знаю. Текст другой совершенно. Голод. Ё. Так, подруби-ка факел. Сейчас. Мне это очень не нравится. Я думаю, нам надо так, смотреть. Так, Нейзи. Да, я тоже уверен, как говорил мой дед, как бы без оружия никуда не ходи. Так, ну что ж, я иду первый. Если что, меня будут помнить... Так, все, вперед. Аккуратно, Нейс, пожалуйста. Есть кто? Симон, потолок. Я думаю, там где-то. Тихо. Нейс, аккуратно. Стоп, Симон. Говорил же, что эти боятся огня. Точно, секунду. Надо светить, я не буду от тебя ходить. Нейс! Он потушился. Нейзи! Черт! Значит, они нас будут бояться? Нейзи, что это? Убегай, Нейзи! Зима! Твою мать! Убегай!
Нейзи! Нейзи, что это было? Беги! Беги! Нейзи! Беги! Зима! Я ничего не вижу! Луча! Нейзи! Нейзи, нет! Нейзи, бежим! Нейзи! Беги! Зима! Не оглядывайся! Беги! Я ничего не вижу! В смысле? Я не вижу это существо. Все пропало вроде. Симон. Тихо. Ты кого-то видел там? Да, я стрелял. О, нет. Твою мать, Симон, что это было? Не надо было шуметь мне, как дебилу. Шутки были неуместны. Значит, они все-таки боятся огня. Опять плачет, Нейзи, так... Ты понимаешь, что, блядь, без паники? Возьми в руки оружие, в конце концов. Пошли за мной. Возвращаться. Я тоже. Давай пройдем мимо деревни. Зима, значит, они жили на чердаке или что, не знаю? Я не знаю, Нейз. Я ничего не понимаю. Черт. Там дом какой-то. Холодно. Ну так что, куда будем выдвигать? Симон. Что? Волк. Так, Нейзи. Аккуратней. Идем мимо. Он нас видит, тихо. Симон, он на нас смотрит. Я вижу. Симон, собака. Собак? Ты боишься собак? Очень. Не смотри им в глаза, они чувствуют страх. Тихо. Ладно, хорошо, уходим. Зимон, где мы? Где деревня? Где все? Вот деревня. Нейз, я реально не хочу туда больше подходить. Где она? Вот. Все замело, ё-моё. Блин. Где-то тут, в смысле, да? Да. Черт, вот она. Вот, вижу. Нейз, обходим мимо, да? Да. Аккуратно. Черт. Что ты говорил про тепловое зрение? Этот, кто вел наблюдение? Да, но очень странно это работает. Это также может отпугивать. Нейз, смотри, что это за табличка? Ее тут не было, когда да. Я мог сходить сюда за пистолетом. Мы вместе сходили. Да. Она показывает куда-то туда. Идем. Ты реально хочешь? А вдруг кто-то вот ее специально... Давай погреемся. Так, пойдем. Вообще, как говорил мой дед, не бойся ничего. Иди вперед. Твой дед вообще был охотником. Ну, поэтому надо идти вперед. Давай. Не бояться ничего. Путь воина, короче, такая тема. Холодно, пипец. Ужас. Вода не работает? Не. Нет, конечно. Ничего не работает. Ой, что-то как-то не очень так. Хочу попить немножечко. Блин, конечно, я не знаю. Очень страшно, Нейз. Я вот прям сяду вот так вот и буду сидеть. Да. Как говорил мой дедушка, опасность повсюду, и нигде нет места, где ты находишься в безопасности. Вот, запомним золотые слова. Нейз, ты понимаешь, да, что сейчас это может сюда прийти? И самое главное, знаешь, каждый день они, как бы, блин, все ближе и ближе к нам. Как будто бы разгоняются и пытаются все ближе и ближе с нами контактировать. Да. Нейз! Что? Что за звуки? Ты их слышишь? Может, это птичка? Какая птичка? Мне уши режет от этого звука. Знаешь, как будто... Оружие возьми в руки. Как будто проводит пальцем почему-то. Симон. Так. Симон. Да. Что?
эта хуйня опять на чердаке? Это та же. Не знаю, возможно. Может, другая. Я видел ее глаза. Они очень стрёмные. Какие? Это красные такие, шутки. Красные глаза. Нейзи, как говорил мой дед, может, проверим? Ты что? Ладно, ладно. Просто у нас есть пушки. Я эту фигню остановил. Остановил? Ты когда выстрелил, она... Ну, как бы я потерял ее из вида. Может, они боятся нас? Это иллюзия, может быть. Стреляй. Давай! Валим! Валим, Нейзи! Стоп, угли! Валим, Нейзи! Она тут! Где? Я слышу, я слышу! Бегай! Нейзи, убегай! Нейзи, 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 убегаем! Нейзи, беги! Нейзи, Нейзи! Беги, твою бать! Как говорил мой дед, не оглядывайся! Не оглядывайся, дед правильно говорил! Убегай! Убери дробовик, ты без него быстрее будешь бежать! Зима, бежишь! А ну сзади! А ну сзади! Беги! А ну сзади! Беги! Нога! 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 Зиман! 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 Зиман, ты где? Зиман, твою мать! Зиман, ты где? Зиман! Зиман! Зиман, ты живой? Оставь меня. Ты ебанутый, блядь! Я не выживу. Блядь, вставай! Придурок! Вставай! Пошли! У меня есть аптечка, залатаем тебя. У меня нога раздроблена практически. Твою мать! Я не вижу эту херню. Пошли! Я не могу. Вставай! Я не могу. Вставай! Давай! Зима! У меня аптечка есть, давай-ка я... Пошли, не сейчас! Лечусь. Отлично. Пошли. А погнали. Давай. Еле-еле могу идти. Оружие дай мне. На. Не трать больше патроны. Мне кажется, свет помешал ей добить меня. Свет? Они боятся света? Скорее всего. Нейзи, что это такое слева? Где? Не мерещится или о! Там... Это что? А? Знаешь, хоть ветра нет, но все равно как-то зябко. А, да. Так, лезть я уже не смогу. Идем в дом. Пошли. Потом будем лезть. Смотри, что это такое? Где? Это что это? Справа. Какая-то вышка. Так, по лестницам ты не сможешь лазить? Да, на. Смотри, тут есть гараж. Это... Ну-ка. Я нажимаю? Стой. Что бы там ни было, как говорил мой дед, опасность повсюду, так что приготовь пушку, и во что бы это ни стало, как говорил мой дед, мы сможем там всех вынести. Открывай. Ничего нету. Закрывай. Закрывай. Так, чё? Зиман. Туда ты не сможешь залезть, я так думаю. Да, скорее всего. Черт. Ладно, смотри. Я сейчас залезу наверх. Костер сделал, да. У тебя есть? Ель. Так, слушай, костер, дай-ка я посмотрю. Да, в принципе, я могу костер сделать. Да, я пока костер сделаю. Все. Кто, Зима, развел костер? Так, как видишь, хорошо горит, если греть. Погоди. Значит, дай-ка. Тут какой-то BE6198. Это похоже на какой-то автомобильный номер. Зима! Что? 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 Да, я тут... Нет. Я костер разводил. Что там? Что там наверху? Там какой-то автомобильный номер. Название? Не помнишь? БЕ какой-то там, не знаю. Бред какой-то, не знаю. Может, поспим?
Нет, залатай себя, я пойду залезу наверх, посмотрю, что там. Давай. Закрывай за собой. Какая-то ржавая лестница. Ящик. Кожа, патроны какие-то. Револьвер! Ничего себе. Ну-ка. Мне нужны патроны. Воу, хорошая находка. Так, тут лежали еще одни патроны. Сундук. Это что такое? Так. Какая-то... Это какая-то одежда из листьев. И еще одна охотничья винтовка. Так. Заходи. Закрывай! Я нашел магнум. Молодец. На, держи. И патроны тебе держу. Давай, давай. Еще вот что нашел. Спасибо. На. О, это хорошо. Это хорошо, спасибо. Ух ты. Ну, Эсь, давай ты тут согревайся, а я... Так, Зимон. Да. Как нога? Да, хорошо все, я вроде надо бы вылечился. Дальше выдвигаться. Я нашел еще смотреть что. Вот, что это? Это броня какая-то из листьев. Ух ты, да ты даешь. Серьезно. Смотри, как прикольно выглядит. Ух ты. Выглядишь как сейчас, где там лесник оставшись? Какой-то. Так, я выгляжу как нормальный человек совершенно. К леший. Не против будешь, если я себе оставлю? Оставляй. Если замерзнешь в ней, спасибо. Я за тебя не ручаюсь. Ну зато я теперь похож на своего деда-охотника. Все теперь как надо. Ну что ж, надо выдвигаться, я думаю. Ты, похоже, головой двинулся. Да, на изи, погнали. Закрывай за собой. Так, давай. Что, сломалось? Все, нет, нормально. В рот. Пошли. Все. Я думаю, надо проверить вот это. Так, чтоб там не было, сейчас мы всех угандошим. Давай. Тут заперто. Так, что это было? А как туда давай пойти? Давай тебя посажу наверх. Иди сюда. Так, слушай. Ну давай. Давай. Держу. Давай. Так, давай. Хватаю. Опа. Давай. Во. Давай. Пошли. Отлично. Так, ух ты, смотри, тут какой-то небольшой самолет. Да. Слушай, а если мы его починим? Мы сможем улететь. Да, только я не умею водить и чинить самолеты. Так, ничего. Меня дед учил когда-то. Ну, правда, был летчиком. Был симулятор. У тебя дед был летчиком. Ты отстань. У меня дед много кем был. Он даже на Марс летал. И на Луну. Походу, головой. К твоим... Так, короче. Нам пока что нечего терять. Мы, в принципе, сможем найти запчасти. Я, в принципе, машины чинил, поэтому... Ну, машина это не самолет, понимаешь? Ну, покатит, надеюсь, не разобьем. Ну, в принципе, честно, если можно попробовать, как бы у нас... Понимаешь, тут ну, ротор, это... а в машине там поршни. Нези, ну, в принципе, надо обратно, тут ничего нет. Давай, подсажу. Давай. Как говорю, мой дед, я скалолаз. Давай. Давай руку. Давай. Давай. О, все, уходим отсюда. Пошли. Так вон, смотри, вот палатка. Да, реально. Смотри, палатка. Слушай, там нет на чем спать. Это плохо. Ну, в общем, короче, она пустая, в принципе. Видимо, кто-то что-то да, делал. Руками... О, смотри. Так, стой. Конечно, я знаю много всякой фигни. Но там могут жить отойди. Крысы. И... Бери. Да. Смотри, что это, узкий туннель? Так, Нези, стой, это я пойду вперед, наверное. Так, ну что, спускай. Тихо ты на краю, не стой. А может спустимся? Ты смотри, там нету лестницы или что? Ну что, может все-таки как-то спустимся туда? Я не знаю, что это вообще, зачем туда вообще спускаться? Может там живут эти, я не знаю, как они называются, но как этот говорил.
Инопланетяне? А, эти существа. Да. Какие инопланетяне? Ты реально мозгами тронулся, чувак. Все хорошо. Так, ну что ж, куда теперь двинем? Я думаю, надо тут переждать. Скоро будет ночь. Да, пойдем, займемся любимым делом, поспим. О, черт! Мы же окна не занавесили. 6-я серия на канале у Зимана. Заходи, подписывайся. Ну и тут поставь лайк и подпишись на канал.